В Магнитогорске состоялся международный юношеский турнир по настольному теннису «Европа-Азия», посвященный памяти мастера спорта Алексея Булохова. В течение 3 дней около 100 участников в 2 возрастных категориях сражались за медали соревнований. Затем, как скрестили ракетки девушки, наблюдал Павел Берсенев. Турнир проходил по всем международным правилам. Игра – это 5 сетов до 11 очков каждый. Немало надежд магнитогорцы возлагали на Марину Черникову. Она занимается теннисом около 10 лет и показывает очень достойные результаты. Уже в первой игре с землячкой Марией Комаровой Марина смогла одержать уверенную победу. Когда ты играешь, то есть ты должен подумать, куда сыграть, как сыграть. И техника важна. Подумать, куда ударить там. Ну, если защитниками играешь, более осторожно. Если нападающие, то более быстро, более собрано. Другая восходящая звезда магнитогорского тенниса – Арина Редина. В первой игре она встретилась с довольно сильной участницей из Сибая Алтынай Суиндуковой, но сумела победить благодаря умению быстро адаптироваться и принимать правильные решения. Нужно раскачивать. Она очень быстрая. И можно самой не успеть, поэтому надо подумать прежде чем играть. Я всегда выигрываю умом, можно сказать. Нужно думать, куда сыграть, в какой угол, чтобы соперник не ожидал этого. В этот раз международный турнир по настольному теннису собрал около 100 участников. В Магнитку приехали спортсмены со всей Челябинской области, из Башкирии, Оренбуржья, а также из Казахстана. Уже много лет приезжает к нам и команда из Орска. В этом году они выставили исключительно женскую команду. С удовольствием сюда приезжаем. Нас здесь всегда очень хорошо встречают. Турнир, конечно, представительный, но в этом году погодные условия, видите, внесли свои коррективы. Ну, так как мы с детьми, то разрешены перевозки только поездом. Вот с пересадкой в Карталах, потом на электричке доехали, добрались. Слава богу, погода нам не помешала. Свои коррективы внесла и пандемия. До сих пор сохраняются многие ограничения, такие как отмена любых рукопожатий и масочный режим. Спортсмены могли находиться без масок на площадке исключительно во время партии. Не было и официальной церемонии открытия. Но уже сам факт того, что турнир состоялся, многое значит для профессионального роста. Каждый спортсмен должен стараться выложиться на соревнованиях больше, чем на тренировках. И хороший спортсмен тем, кто выкладывается, лучше на соревнованиях играет, чем на тренировке. Поэтому для каждого ребенка это ответственность. Кто-то переносит это очень сложно, кто-то наоборот готовится, переживает и пытается добиться чего-то более лучшего на соревнованиях. Поэтому ответственность на детях большая, так же, как и на тренерах, посмотреть свою работу, что, чего мы достигли, куда мы стремились и получается ли у нас это выполнить. Крайняя ограниченность количества турниров очень сильно мешает повышению квалификации, выполнению разрядов. Этот турнир дает право на выполнение любых разрядов, вплоть до кандидата в мастера спорта. В итоге у магнитогорца в личном зачете у старших девушек отличилась Марина Черникова. Она стала третьей. У младших девушек на 2-м месте Арина Редина. У младших юношей серебро у Ярослава Кулешова, бронза у Федора Разбойникова. В старшей возрастной категории Кирилл Пастухов завоевал золото. В общекомандном зачете магнитогорцы завоевали 1-е места и среди юношей, и среди девушек. Павел Берсенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИ.